Слушайте, ну у нас радужные перспективы-то. У нас замечательная, сильная страна. У нас отличный лидер. Понимаете, как бы там, как там, что. Это личность. Это личность невероятного масштаба. Да слушайте, у нас страна будет впереди, знаете, всего Запада, всего Востока. Потому что Россия самая большая страна по занимаемой площади. Но это должно о чем-то говорить. На нас должны смотреть, на нас должны равняться. Да, сейчас там пытаются как-то ужалить, клюнуть, но я думаю, это временные такие, знаете, незаурядицы. А Россия, она все-таки встанет, понимаете? Она уже встала, но она встанет еще выше. И мы будем гордиться своей страной, своим городом и каждым, кто живет здесь, и собой в первую очередь.